К другим темам. К 86-й годовщине со дня образования Ямала Дмитрий Кобылкин вручил государственные и окружные награды лучшим представителям региона, людям самых разных профессий – медикам, газодобытчикам, водителям, инженерам и не только. В их числе учитель химии Новоренгойской гимназии Людмила Ларионова за заслуги в научно-педагогической деятельности. Она удостоена почетной грамоты президента России Владимира Путина. Мария Федорчук продолжит тему. В кабинете химии царит полная тишина, идет контрольная работа. От ее результатов зависит, какие оценки за полугодие получат подростки. О шпорах или о том, как списать у соседа, школьники не думают. В голове есть все необходимые формулы. Благодаря преподавателю для многих учеников сложный предмет стал одним из любимых. Людмила Ивановна – это профессионал высокого класса. Она действительно знает свое дело. Она всегда готова помочь. Она очень интересуется именно, она заинтересована в детях, которые готовы выполнять научно-исследовательские работы, детях, которым это действительно интересно. Людмила Ивановна мне очень нравится тем, что она как мать, она всегда может тебе помочь. Если ты там заболеешь, она тебе поможет. Она очень четко ставит задачи и цели, и она всегда помогает стремиться к первому месту. Мне это очень нравится. Она всегда подскажет, направит себя. В общем, я считаю, это огромный плюс. Не у многих учителей сейчас есть такие качества. Своими учениками гордится и педагог. Многие из них уже добились хороших результатов. Роман Малыхин дважды становился призером Всероссийской олимпиады школьников. Это хорошее достижение. Но чтобы ученик смог этого добиться, приложить максимум усилий должен и педагог. Восьмиклассники не только начинают учить химию, и многое зависит от меня, как я влюблю их в свой предмет, от этого будет потом результат. Умненькие дети, но у нас всегда дети умные, у нас нет детей неумных или глупых, или каких-то неталантливых, у нас дети талантливые, вот, дети одаренные, поэтому с ними нужно работать, конечно, по-особому, чтобы им было всегда интересно на уроке. Вот к этому мы стремимся, чтобы было всегда интересно на уроке, чтобы дети тебя понимали, чтобы они тебя слышали. Вот это, наверное, самое главное наше призвание. На прошлой неделе уроки химии в гимназии были отменены. Людмила Ивановна улетала в Салехард, где собрались лучшие представители Ямала – медики, газодобытчики, педагоги и не только. В торжественной обстановке из рук главы региона они получили заслуженные награды за многолетний труд. Церемония выдалась волнительной. Такой уровень, во-первых, а во-вторых, столько много достойных людей. И, конечно, каждый готовил какое-то ответное слово. Вот, и в том числе и я готовила это ответное слово и думали, как бы его рассказать, потому что даже рядом со мной мужчина сидел из «Газпрома», и он всегда ладошку вытирал платком носовым, потому что волновался очень сильно. И многие мужчины, в общем-то, такие крепкие люди, достаточно, в общем-то, мужественные, они очень волновались. Но губернатор был очень приятным человеком вблизи, очень тактичным, очень внимательным. Не меньше волновались и коллеги Людмилы Ларионовой в гимназии. Ее встретили как настоящего героя. В истории гимназии это впервые. Людмила Ивановна замечательный учитель. Она сама любит свой предмет и заражает этим интересом своих учеников. В течение двух последних лет Людмила Ивановна готовит призера Всероссийской олимпиады школьников, который завоевывает призовое место в Москве. Это очень высокое достижение, высокая награда. И благодаря этому во многом в 2015 году гимназия вошла в топ-500 лучших образовательных учреждений страны. Учитель химии не планирует останавливаться. Впереди много интересной и кропотливой работы, скучать в которой не приходится. Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».